Как, девишки, ребятишки, с вами снова я, Кисан, и сегодня мы с вами будем экспериментировать с новым способом моего деда, как же попасть в мир атомов, как стать маленьким и как излечить кого-то там в новой серии операций. Сегодня каких-то прям супер чудесных методов не будет, потому что самое главное, что я забыл тебе сказать, это то, что у меня есть старинный-старинный артефакт моего деда, который он сам использовал, когда был в молодости, 700 лет назад. Это супер-цеплятор Чик-телепортатор 69. Сейчас я вам его покажу, подожди. Ты готов увидеть это чудо? Знал бы ты, сколько мой дед Чик зацепил и соблазнил с помощью этих очков. Но это еще не все, потому что эти очки умеют телепортировать тебя в другие вселенные, параллельные мира и прочее. Вот смотри, смотри. С ними нужно быть очень аккуратным. Как только я их надену на себя, я сразу же чуть-чуть в мире операций. Ставь лайк прямо сейчас, прямо сейчас. И обязательно подписывайся на канал прямо сейчас. И нажимай на колокольчик, чтобы никогда не пропустить новые серии. И стрима не пропустить. Твою мать! Способ деда, как всегда, работает, поэтому я даже уже не удивляюсь. О, новая серия операции в Майнкрафте. Кстати, сейчас. Лучи линзы на глазах. Дед мой, как всегда, никогда меня не подводит. Даже магические глаза меня смогут телепортировать в маленький мир, чтобы я провел какую-то новую операцию. Так, хорошо, что у нас в этой серии? В этой серии... А почему у нас только граната? Почему нам подготовили только гранату в этой серии? Что она вообще делает? Ладно, неважно. Ребятки, вы знаете, что делать. Если вы хотите, чтобы новая серия операции вышла там через несколько дней, а не через полмесяца, то поставь, пожалуйста, прямо сейчас огромнейший палец вверх. Вот давайте набираем 25 тысяч лайков. Я обещаю то, что сразу же выйдет новая серия. Поэтому ставь лайкусик прямо сейчас. Что это, граната? Твою мать! Ядрить, колотить! Вот дед мой вроде как бы служил, вот учил Эдисона обращаться с автоматами, с гранатами, но я не виноват, то, что я у него рукожоп! Рукожоп! Я случайно оторвал чеку гранаты и... Ну, лучше я выброшу гранату куда-то вперед, нежели она взорвется у меня в руках. Ладно. Позапрошлой серии мне ногу оторвало, в этой серии мне руку оторвало. И где мне новую руку найти? Возможно, опять портальная пушка меня выручит и допихнет меня в какой-то мир опять параллельной вселенной, где я смогу себе руку новую найти и восстановить. Ёханый бабай, чё ж я такой рукожопа? Подписывайся на канал, чтобы я рукожопом не был. Ладно, давайте хотя бы посмотрим, что там такое. Ёханый бабай, как же тебя растрепало, половину руки оторвало. Ладно, пушечка моя. Приведи нас, пожалуйста, в какой-то мир, чтобы я смог оторвать руку у своего параллельного клона и пришить руку себе в нормальной вселенной. Пожалуйста. Вы готовы? Ладно, давайте. Раз, два, три! Да чё ж это такое? Алло? Шайтан машина! Так. И где я это, мать его, чутился? У меня такой вопрос. Что за сундук? Что это вообще за ворота? Что это за... Ёх!
Хани-баба, это чё тут так много всяких пушек? Не, ну, как бы, я даже не знаю, зачем они мне, но в любом случае они мне 100% пригодятся. Смотри, какой я, ёпты, красавчик. Просто спецназовец. Хорошо, что у нас тут есть за пушки? У нас есть меч, у нас есть ножик, у нас есть снайперка, у нас есть пистолет и у нас есть автомат. Еще и глушитель. Пистолет. Тут есть глушитель. И тут есть глушитель. Снайперка. И ножик керамбит. Так, а куда я вообще попал? Так, главная задача у меня и у моей портальной пушки — это отправить меня в какой-то мир, чтобы я смог добыть себе руку. Потому что, ну... Новая серия операций, да, не без приключений. То я себе ногу оторву, то я себе руку оторву, то я себе голову, наверное, когда-то оторву. Пипипунчик и еще... Так! Господи, помилуй, сатана! Сатана! Это чё за пришельцы? Это реально пришельцы, смотрите, у них даже когти красные есть. Один, два. А может они дружеские, я не знаю, они биться будут? Здорово, пацаны, да, пацаны, пацаны, вы поздороваться, пацаны? А-а-а! Твою мать! Я ошибся на самом деле. Куда я попал? Почему тут всякие пришельцы бегают? Что это за место вообще? Ёханый бабай. Ладно, давайте мы... Да твою ж-то мать! На! Три пришельца! Ёханый бабай! Да как вы... Как я понял, в ближнем бою с ними бороться бесполезно. Их там еще дохренище. Ты как бы не место запор был, а ты только что его прочистил своим испугом на меня. Хорошо, в ближнем бою с ними драться бесполезно, потому что они слишком сильные, и я вообще по ним не попадаю практически. Так, там еще один. Поэтому нужно их как-то на расстоянии убивать, или же неожиданно. Для этого у меня есть и стелс-пушки, еще и глушители. Хорошо, так. Так! Вы поняли вообще, что это за место? Это же вилла Тони Старка! Твою мать, это же вилла Тони Старка! Я попал в вселенную Мстителей! Я попал в вселенную Мстителей! А, наверное, портальная пушка, ты, наверное, фильмов, да, пересмотрел? Вот это Марвел, вот это Война Бесконечности, да? Напиши в комментариях, был ли ты на новом фильме Мстителей, Война Бесконечности. Пушка! Хорошо, какие предположения? У меня нет руки, я могу стырить костюм Тони Старка, я могу стырить руку Баки. Где мне еще найти новую руку? Или, может, попросить Черную Пантеру и вот этих его друзей, чтобы они мне... сковали новую руку? Я не знаю, так хорошо. Ты меня бесишь. Так, ладно. Ёханый бабай. Короче, мне нужно пробраться в дом Тони Старка и найти способ, как же мне достать себе новую руку. Но я не понимаю, если это мир Мстителей, если тут живет Тони Старк, то почему тут везде вот эти всякие пришельцы? Еще один. Что они вообще тут делают, я не могу понять. Может, опять какое-то нападение Таноса, Ануса, Локи и еще кого-то, да. Ладно, заразы, как мне с вами справиться? Чё? Ага, патрончики. Не ожидали? Лови, фашист, гранату, только я не туда ее кинул! Ладно! Патронов нет! Собаки! Твою мать! Иди сюда! Так, хорошо. А, ну чё вы, ёхали? По одному! Давайте! Да! Ну, скоп, ёпты! Ага! 360 разворот МЛЖ! Так, ладно. Не. А, они мне ещё какой-то эффект накидывают. 360 разворот МЛЖ! На! Еще один 360! Ну, это не 360. 360 разворот МЛЖ! У-ху! Да ладно. Ладно.
Это Капитан Америка мертвый лежит. Твою мать! Твою мать! Как мне в этот дом попасть? Ага. Не все так просто, как я думал. Там еще пришельцы. Тут у нас мертвый Капитан Америка лежит. Значит, походу опять Танос со своими войсками просто захватил все здание и убил всех мстителей. Пацаны, я просто тут мимо пройду, вы на меня внимания не обращайте. Я сказал, на меня внимания не обращайте. Внимание на меня не обращайте, я сказал! Твою матушку! Так, ладно, 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 дальше прохода нет, значит пойдем сюда, пойдем сюда, я сказал! Твою мать, сколько же... Пацаны, пожалуйста, пожалуйста! Твою мать, нет патронов! Сколько же вас вот этих пришельцев вот тут, ну вы... Ладно, идите сюда, здесь только не сталкивайте меня, пожалуйста, вниз. Не сталкивайте меня вниз! А ты чё там застрял, а? А, ты меня не видишь, да, ты тупой? Ладно, давайте мы... Опа! 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 Мы с тобой кошки-мышки, да, поиграем? Пришелец конченый. Куда ты? Куда ты? А если я на тебя со спины нападу быстренько так, и ты даже этого не заметишь? Лохозавр просто. Фух. Так. Помощь Капитана Америки, как я понял, уже отпадает. Что у нас? О! Так, отлично, отлично. Просто, просто отлично. Нам дали... Машин ган. Ну чё они ждали? Космические фашисты! А-а-а! Сколько же вас тут нафиг! Терминатор просто Рэмбо! Всех раскидаю, сволочи, заразы! И ты еще, ты чё тут забыл? Эта фигня еще и стекло умеет ломать. Ладно. Фу. Просто замечательно, просто замечательно. Хорошо. Так, у нас тут еще два сундука есть, да? РПГ? Зачем нам РПГ? И зачем нам еще раз столько много патронов? Что-то нам тут серьезное предстоит, как я понимаю. А зачем нам РПГ? Твою мать, Танос! Ты чё тут забыл, скотина? Ты думаешь, если тебя мстители не победили, то я тебя не побежу? Не победю! Не победжу! Не джу! Джуджун! Ты чё на меня смотришь? Алло? Алло? Прием! А если гранату врыло? А если еще одну гранату врыло? Ёханый бабай! Ай! Ты... Чувак, я ничего не понимаю. Руку! Так, вот за... Портальная пушка, ты с ума сошел? Ты хочешь, чтобы я руку Танаса забрал и себе пришил? А ты чё меня не бьешь вообще? Как тебя убить? Я ничего не понимаю. Я как бы понимаю то, что я для него какая-то муха, но... Мне кажется, я ему просто пятки чешу вот этими взрывами РПГ, потому что эта фигня вообще ему ничего не делает. Ладно, жопа тебе! На, собака, ты чё думаешь? Ты чё думаешь, что я так просто сдамся? На, собака! Патронов, осталось 30 патронов! Что мне с тобой делать? Как мне тебя победить? Что-то было? Что-то было? Он пальцем щелкнул! Твою мать! Почему я в супер
плоском мире нахожусь, и почему тут ничего нет, кроме каких-то бандитов, монстров и все. Куда я попал? А! Неужели он всю вселенную уничтожил, твою мать? Thank you.